Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. 6 февраля. Святитель Фотий, патриарх Константинопольский, жил в IX веке. Происходил из семьи ревностных христиан. Отец его скончался мученической смертью за защиту икон. Святой Фотий получил блестящее образование и, состояв в родственных отношениях с императорским домом, занимал должность первого государственного секретаря в Сенате. Современники говорили о нем: сведениями почти во всех светских науках он столько отличался, что по праву мог считаться славой своего века и даже мог спорить с древними. У него обучались наукам юный наследник престола Михаил и будущий просветитель славян равноапостольный Кирилл. Глубокое христианское благочестие ограждало святого Фотия от прельщениями, благами и придворной жизни. Всей душой он стремился к иночеству. В 857 году соправитель царя Михаила Варда удалил с Константинопольской кафедры патриарха Игнатия. Епископы, зная благочестие и обширную ученость Фотия, указали императору на него как на человека, достойного занять первосвятительский престол. Святой Фотий со смирением принял предложение. В течение 6 дней проведен он был по иерархическим степеням, а в день Рождества Христова посвящен во епископа с возведением на патриарший престол. Однако вскоре начались волнения в церкви, разжигаемые удаленным с кафедры патриархом Игнатием. В 861 году был создан собор для прекращения смут, на котором утверждено было низложение Игнатия и утверждение патриархом Фотия. Папа Николай I, послы которого присутствовали на этом соборе, надеялся, утверждая Фотия патриархом, подчинить его своей власти. Но, не получив ожидаемого на Римском соборе, предал Фотия анафеме. С того времени началось для святителя Фотия, длившееся до конца его жизни, противоборство папскому своеволию и посягательству на православную церковь Востока. В 864 году вся болгарская страна добровольно обратилась к христианству. Болгарский князь Борис крещен был, как полагают, самим патриархом Фотием. После чего святитель Фотий отправил в Болгарию архиепископа и священников для крещения болгарского народа. А в 865 году святых Кирилла и Мефодия для проповеди Христа на славянском языке. Однако приверженцы папы в Болгарии возбудили недоверие болгар к проповедникам Восточной Церкви. Бедственное положение Болгарии из-за нападений германцев заставило их искать помощи на Западе, и болгарский князь обратился к папе с просьбой прислать ему своих епископов. Прибыв в Болгарию, папские легаты начали активно утверждать в ней учения и обычаи латинские вместо православных. Святитель Фотий, будучи твердым защитником истины и обличителем неправды, известил окружным письмом Восточную Церковь о делах Папы, указав на отступление Римской Церкви от древнего православия не только в обрядах, но и в вероисповедании. Был создан собор, осудивший своеволие Запада. В 867 году императорский престол захватил Василий Македонянин, умертвив императора Михаила. Святитель Фотий обличил убийцу и не допустил его до приобщения святых христовых тайн. За это он был удален с патриаршего престола и заключен в монастырь под стражу. На его место был снова поставлен патриарх Игнатий. Собор, созданный для расследования поступка святителя Фотия, проходил при участии папских легатов, которые потребовали от собора подписания грамоты о безусловном подчинении всей церкви суду папы. Восточные епископы, не соглашаясь на это, с
вступили в спор с легатами. Вызванный на собор святитель Фотий молчанием отвечал на все нападки легатов, и лишь на вопрос судей, хочет ли он покаяться, отвечал, а думались ли сами судьи. Противники Фотия после долгих споров одержали победу и, не имея никаких оснований к осуждению, произнесли анафему патриарху Фотию и защищавшим его епископам. Святитель был послан в заточение на 7 лет и, по его собственному свидетельству, только благодарил Господа, терпеливо нес суды его. В то время латинское духовенство было изгнано из Болгарии за своеволие папы, и патриарх Игнатий послал туда своих епископов. В 879 году после смерти патриарха Игнатия был создан собор, многими отцами церкви, называемый Восьмым Вселенским, вновь признавший святителя Фотия законным пастырем церкви. Папа Иоанн, лично знавший Фотия, через послов объявил на соборе об отмене всех прежних папских определений о Фотии. Собор признал неприкосновенность никейско-цареградского символа, отвергнув латинское искажение филиокви. Признал независимость и равенство обоих престолов и обеих церквей, западной и восточной. Собор постановил уничтожить в Болгарии церковные обычаи и обряды, введенные латинянами, чем пресек их господство там. При преемнике императора Василия Леве святитель Фотий вновь пострадал по ложному доносу, обвиненный в заговоре против императора. Будучи низведен с кафедры, в 886 году святитель окончил дни свои в Арманийском монастыре в 891 году. Православная церковь почитает святителя Фотия как ревностного защитника православного Востока от владычества пап и как ученого-богослова, оставившего многочисленные и разнообразные труды, посвященные обличению заблуждений латинян, опровержению различных ересей, разъяснению священного писания, раскрытию различных предметов веры. На русском языке издана энциклика «Восточным патриархам». Второе. Номоканон. Третье. Введение в таинство. Четвертое. О гробе Господа нашего Иисуса Христа. Пятое. Беседы по случаю нашествия ростов на Константинополь. Шестое. Письма князю Михаилу Болгарскому католикосу Армении Захарии. Духовная беседа печатала воскресное чтение. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.